В Ульяновской области стартовал блог-тур для представителей медиа-сообщества Travel Russia. Неделю семья блогеров оценивала возможности для семейного, активного и образовательного отдыха летом на Волге. Участники тура уже посетили Тургеневские острова, получившие свое название от озера Банное и поселка Банный. Далее маршрут пролегал через экопарк «Русский берег», где блогер-семья посетила заповедник «Берег Орланов», насладилась красотой залива, посетила зоопарк. Блогеры также побывали в первом в России промышленном ветропарке. Я думаю, что, посмотрев ваш материал, те, кто ни разу не был в Ульяновской области, обязательно обратят внимание, приедут. Я читал ваши комментарии, которые поставляют под вашими видео. И действительно, там люди восхищаются природой, нераскрытым потенциалом. Вот это вот формат, мне кажется, блок-туров – это такой современный новый формат, который позволяет продвигать территорию региона, продвигать туризм. Я думаю, это будет направление только развиваться. Участники блок-тура Александр и Олеся Никулины остались довольны приемом на ульяновской земле. Программа пребывания получилась сверхнасыщенной и очень интересной. По итогам своего путешествия его участники поделятся впечатлениями со своими зрителями. По словам Александра Никулина, очень важно доносить информацию о туристическом потенциале региона снизу, глазами простых путешественников. Мы были на предприятии «Спектравиа», где красят самолеты все самолеты в России, ну, практически все красят у вас в Ульяновске. И музей у вас совершенно шикарный. Мы там были второй раз и вообще в восторге, не хотели уходить. Да. Олеся Никулина составила свой топ-3 мест, обязательных к посещению в Ульяновской области. В то время как ее супругу Александру больше всего понравилось посещать объекты, связанные с авиастроением, Олеся обратила пристальное внимание на уникальную природу нашего региона. В первую очередь, у меня на первом месте будет, наверное, все-таки природа. Природа, я говорю, в общем, это и Сенгилеевский город, где мы осенью были, но не были сейчас, Ундары, несомненно, и... Осенью мы были поражены, сейчас мы съездили в сам поселок, посмотрели, и неизгладимое просто впечатление. Это Волга, что с вида городского, что с какого-то там загородного, все-таки у меня, наверное, да, первое место – это природа, окрестности. В администрации города надеются, что новый формат привлечения туристов в Ульяновск будет успешным и позволит многим россиянам по-новому взглянуть на наш город. И я вот слушала в конце примерно такие же отзывы, что ну что вот в Ульяновск ехать, что там, о чем там, ну Ленин. Ага, и вот потом, когда мы прощались, мне вот приятно слушать, все говорили, что оказывается, есть зачем не ехать. Только Ленин. Оказывается, не только Ленин, оказывается, у нас прекрасные музеи, оказывается, у нас хорошие люди. Вот вы сейчас эти же слова говорите, мне очень приятно их слушать. По итогам визита Александра и Олеси Никулиных в Ульяновскую область будут сделаны многочисленные публикации о нашем регионе на площадке сервиса Яндекс.Дзен. О туристическом потенциале области узнают множество жителей России. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул-Правда ТВ.